наш с вами соотечественник, хладнокровно используя свой мандат на рассмотрение парламента, внес законопроект с барского плеча, согласно которому граждане старше 25 лет, не состоящие в браке, будут обложены налогами. Спасибо! Я прям даже просрала, слезилась на эти новости. Да. 3 дня не могла, а тут прям от удивления. На удивление. Спасибо. Решили, так сказать, нас подстегнуть. Да? Нас-то, гражданочек, за что? Мы и так, знаете, как мучаемся. Без шапки ходим. На курсы минета входим. И что это? Это ничего. Тут еще за свою собственную несостоятельность. Твое же отечество тебя рублем наказывать будет. У меня просто груди опускаются, товарищи современники. Вы там в Госдуме знаете, сколько колготы сейчас стоят? Они рвутся каждый день. Вы там посчитайте, сколько порядочной женщине в месяц, сколько на капроны надо. Кому я в рваных колготах нужна? Зашитых ходить не будешь, потому что ты еще не замужем, правильно? Вот и получается. Вы понимаете, что вы толкаете меня к низкой социальной ответственности? Вы понимаете это? Я начну брать с мужчин деньги за похоть. И в подъезде про меня обязательно напишут: государственная проститутка. Она клала все себя налоговый кодекс. Неправильно все. У меня есть коррективы. Значит, от женщин отстать. Облагаем только мужиков. 40%. Там часть уйдет на колготы, на помады. И все. Птичка в гнезде, яичко в пизде. Как горячие пирожки, все прям разлетимся. Назовем этот законопроект кардиналочка. Девочки, если нас обложат налогами в безбрачии, предлагаю в отместку обложить их я. Похоже, это единственное, что мы можем сделать в обществе, которое давно себя скомпрометировало. Или это не на во? А вдруг вообще никто замуж не возьмет? Это что ж, платить еще за это? До самой пенсии? Хуйня какая-то получается. Оцевели.